Ну что ж, вот-вот начнется очередной матч чемпионата. Мы приветствуем вас. Меня зовут Юрий Розанов, моего коллегу Василий Соловьев. Посмотрим, что принесет нам сегодняшний матч. А это даже можно назвать и стыком. Перехват в середине поля. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Как легко защитника обыграл. И отправил. Чистенько, аккуратненько на план. Ну что теперь с этого стандарта команда придумает? До ворот-то не так далеко, и ситуация по меньшей мере напряженная для противника. Посмотрим, как команда угловой подаст или разыграет. И вратарь играет.
отобран мяч. Чисто. И атака у другой команды. Жесткая борьба за мяч продолжается. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Приглашает вингера к рывку. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехватывает. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Покинул мяч в пределы поля и вернется после того, как игрок выбросит его за мяч. Опасно! И будет команда подавать угловой. Этот перехват — награда за его старания. Неточный пас, перехват. Мяч отобран в середине поля. Ну давай! И удар не получается. Может, потому что нога не рабочая, может, потому что не подстроился под мяч. Нам теперь знать не дано, да неинтересно. Может быть, просто встал не с той ноги. Тоже ведь вариант. И как же быстро голкипер оценил ситуацию, оценил дистанцию, просчитал и завладел мячом. Да, если бы остался на месте, то ситуация могла быть совсем неприятная. Неплохой отбор. Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось.
отлично выбрал позицию и совершил перехват. Неточный пас, очень неточный пас, вроде не мешал никто, однако аут в пользу соперника. Ух ты! И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Тоже, между прочим, вариант возобновления или, наоборот, продолжения атаки. А вот чем хуже? Размах на рубль, удар на копейку. Ну, хорошая поговорка. И в данной ситуации подходит 100%. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Очень важно, делая поперечную передачу, не дать защитнику ее перехватить. Так случилось. Вот шанс забить. Потащил. Хочется крикнуть гол. И вот вам, пожалуйста. Знатный гол получился, что и говорить. А ведь с первым ударом вратарь справился. Но где были защитники? Почему они не выбили этот мяч? Куда-нибудь, ну, куда-нибудь подальше. Есть возможность у нас посмотреть на этот гол с другого ракурса. Кажется, невозмутимо. Полной уверенностью в себе фиксирует мяч вратарь. Хороший момент. Мне кажется, поспешил немножко игрок с ударом. Время для того, чтобы подработать мяч было. Что-то мне еще кажется, он как-то ушел так вот в бок этот мяч. После первого тайма. Очень осторожно действуют соперники, видимо, побаиваясь не только друг друга, но, похоже, и сами себе. Откровенно скучно смотреть на матч, когда редко возникают опасные моменты возле ворот. Но сегодня нам не повезло. Отдохнули команды 15 минут. Но нет сомнения, что на старте второй половины встречи они будут более свежими, чем в конце первого тайма.
Можно верхом, можно низом, как хочешь, абсолютно. Положение вне игры, и судейский свисток заканчивает эту атаку. И вот потеря в центре поля. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Флангу развивается атака. Это внешняя неторопливость от ощущения собственной безнаказанности, если угодно, могущества своего. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. Плохая передача, но еще бы ее не перехватили. Ну, а если не встречают, то надо двигаться дальше самому. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Так, на поле выходит новый игрок. Даже можно назвать и стыком. Ну и чего теперь? Ждем передачи в центр. Вот это матч, вот это игра. Хотел спасти свою команду, и что? Все наоборот. Не знаем, прекрасно, когда замена делается. Партнеры, как правило, пытаются сразу направить мяч на вышедшего, да, потрогать, как говорится. Ожидать, что прям немедленно будет забить гол, я так думаю, что все-таки излишне, но посмотрим. Нащупывают брешь в обороне соперника. Подавай, не думай, там партнер. Задумано-то было неплохо, но... Здорово, атака развивается. Удар! Вот вам, пожалуйста.
еще один гол, как говорится, дуплетом. Да, сразу два, вот так-то. Мяч под перекладиной. Вы посмотрите, какое чудо. А вот еще один повтор, на этот раз другого ракурса. Очень внешне легко мяч забрал, да, поставил корпус, правильная позиция, все хорошо. Развивается атака. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Опасно! Гол! Ты сказал, что мы должны забивать находящего замену игроку. Может быть, таких много, да? Именно он вышел под устало соперника, он свеж, он нацелен на ворота и он забил. Сегодня в команде 12 игроков, 10 полевых, вратарь и штанга. Перехвачен мяч, можно отдохнуть. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Алаверды, если угодно. И очень хорошо подключается еще по центру игрок. Думаю, ну давай! И посмотрите, как переживает. Перехват. И думаю, сейчас мы увидим арбитра, который жестами покажет, что он решил. Сейчас мы увидим. То ли тактическая перестройка, то ли просто добавка сил. Что будет главное? Ну, а главное это отыграть тот дефицит, который на табло мы видим. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Может быть много вариантов. Кряути. Вполне заслуженная желтая карточка. А что еще можно было здесь ожидать? Чем вариант возобновления или наоборот продолжение атаки, аут, чем хуже.
вроде бы близко к воротам, но ощущение, что не слишком торопятся. Господа. Останавливает игру арбитр. Что дальше? Вполне логичная замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть и взгляда со стороны. Стенка по шажочку все двигается вперед. Один игрок в стенке получает желтую карту. Но он явно пару шагов к мячу сделал. Не точно. Пониже, пониже. Ну, это уже мяч. Нет, мяч не ваш, ребята. Это уже защита пойдет вперед. И снова игрок завладевает мячом. Поднят флаг бокового арбитра. Положение вне игры. И здесь свисток. Офсайд зафиксирован. Назначает арбитр штрафной. Thank you.
неточным ударом. Игрок поспешил и залез в офсайд. Закончен поединок 3-1. Я могу, в принципе, согласиться с тем, когда коллеги часто говорят, вынудил соперника ошибиться, да, давлением заставил его потерять концентрацию, задергаться, и в конце концов это явилось причиной забитого собственного ворота мяча. Могу согласиться умом, но, в принципе, все равно впереди случайность, нелепость, курьез, и поэтому, конечно, проигравшую команду жалко. С кем угодно может произойти, вот в чем главная соль этой мысли. С кем угодно, даже с самой топ-командой. И вот вам, пожалуйста. А это гол! В воротах мяч! В воротах, гол будет засчитан!